Привет всем, скорости, с вами Sonnels Mine, ребята, и сегодня у нас опять выживалка, да, выживание, наконец-то не вернулись. Вот мы кто? Барсик у меня один. Здорово, Барсик. И мы опять отправились в путешествие, смотри, что я нашел. Вот это что-то он не нашел, так давайте вот это уберем нафиг. Что уберем? Пусть он мне никому не мешает. И давайте сегодня убьем коровку. Барсик фас. А что, ранен? Давайте Барсика натравим. Барсик, фас. А, уже не надо. Спасибо. Так, все, у меня есть Барсик. Так, я поплыву пока что к островам там. Сейчас надо еды наготовить. И, знаете, можно сделать какую-нибудь броню. Вот, пока что можно золотую сделать, потому что у меня железо вроде не фонтан. Вообще фонтан. Нет. Золотка есть. Ну давайте вот пока что золотый блок. Золотую броню себе сделаем, будем мороженое. Вот так давайте сделаем. Раз. Два. Три. Блин, за что я сделала? Зачем? Так, надо. Итак, давайте хотя бы на нагрудник. Вот это у нас золотых понос. Вот это вот мы уберем. Золото мы тоже уберем. Нет, подсолнух. А, нет, подсолнух мы сейчас посадим там. Что, где у нас там грядка? Мы грядку вообще в прошлой серии сделали. Блин. Вот давайте подсадим два подсолнуха. Раз, три. Грядку вообще где это в серии где делали? Где она грядка? Если делали, то где она? What the fuck? Грядки не делали. Походу мы не делали. Если мы не делали, то я вообще в шоке. Потому что надо сделать. Это биологично. Так, что, давайте ставим деревья пока что. Где у нас так? Деревья много. Вон, вон. Кажется, мы делали тут. Да, сначала помню. Нет, тут не делали, а делаем сейчас тут. Давайте расчищем сначала. Ножник. Кстати, можно и этого волка приручить. Не помню. Не помню, в общем, я делал типа такой. Давайте сейчас приручим. Волчонок. Нет. Я тебя бить не буду, я его бить не буду. Коровку уже убью. Шуткую. Так, что, погнали? Не знаю. Кстати, ребят, спасибо вам за 38 подписчиков. Давайте. Я хочу к 40 подписчикам перейти. И там дальше. И, конечно же, не останавливаться на том числе. 40 подписчиков. Давайте, ребят, сейчас запесили нового лайк. Барсик номер один. Там. Давайте, ну, может, подружка это будет. Я. О, все. Блин, я кое-что придумал, пойдем. Это у нас девочка будет. Я, знаете, как ее назову? Поночка. Кто смотрел вот это утиные истории, тот поймет. Новый там старый. Вот сирен. Вот. Поночка. Вот поночка. Все, пусть у нас поночка будет. Все, поняли. Сейчас придется, наверное, второй делать. Будку вторую. Вот я расширять ее. Вот поночка как раз. Давайте еще одну сделаем так. Сумочка. А, я подумал, типа, у меня сундук этот, сундук-ловушка. Видишь, такие, типа, мои. Вообще. Вопрос вообще. А, ну, чтобы друзей разыгрывать. Логично. Блин, я не так могу. Сумочка, псих. Что ты стрижешь? Сядь. Сядь, сумочка. Кстати, можно бирки взять, их назвать, но я пока не хочу читерить, пока что не хочу. Почему я шел сюда, а не... Это не важно. А так люди делают сюда, это. Ну, там не был глюк. Целая бог. Время уже темнеет. Кстати, у меня есть идея,
еще пристань, вот такой, ну не пристань, как там называют такая штука. Где-нибудь здесь сделаем. Ну, чтобы, типа, знаете, отношения, это отношения на расстоянии, так сказать. И собаник. Собаник, да, собаник. Не собачек, а собаник. Отношения на расстоянии, лол. Ребят, пишите хэштег отношения на расстоянии. Как коммент. Дерево выросло. Так, давайте сначала пост вот так вот сделаем немного. Так вот откопаем. У нас там вроде полно земли. Дома? Нет. И сейчас я ее уложу. Я думаю, с полночку поставим посуду. Почему я ее решила назвать полночку? Еще раз говорю. Посмотрите на семью истории. Тогда вот. И давайте вот этого чего. Не, это не нравится, вот это сюда. 64 земли, получается. Это, блин, не помочка, как в прошлых какой-то истории. История, вот там прям помка такая. Йоу, бич. И вот так, да? А, это у него чуть мы убираем. И все прикольно. Классно, здорово. Когда получил пятерку в школе. Дома. Именно по математике. Так, все, хватит танцевать. Так, го дело. Ну, блин, можно же на уровне немножко. Все, придется мне это сносить. Того полночку. А я, кстати, придумал ключ, а? Ну-ка, полночку отойдем. Почему я бирки не взял? Ну, не знаю. Полночка отойди немного. Давайте немного сделаем. Немножечко совсем. Вот так вот сделаем тут. Ты что, я придумал? Ну-ка, полночка. Блин, полночка. Полночка. Все. Лес. Барсик номер один, рядом полочек такой. Через стенку буду жить. Да я гений, пацаны, я гений. Все. Теперь там вроде табличка не должна быть. Вот там две таблички есть. Давайте пишем нам по-русски. Полночка. Тоже давайте номер один. Так где тут номер? Вот, полночка номер один. Точнее, да, ты там не был, барсик. Теперь полночка, иди-ка сюда. Полночка. Скоро у нас фунтики у нашего барсика. Понка, полночка, иди сюда. Не знаю, как ее применить. Полночка. Может, мясо попробовать? Нет, мясо. О, пошла, пошла за мясом, пошла. И там полночка.
Не сидеть, кстати. DuckTales. Все, она поднялась. Эль, садись, сидеть. Затаскиваем. Куда? Я придумал крючок. Так, Барсик. Иди сюда. Куда? Барсик, ты еще. Ты еще. Ты что, сел? Ты реально? Иди сюда. Сюда иди. Идем сюда. Мальчик ко мне. Барсик ко мне. Все, оба ко мне. Оба ко мне. Счастливо вы. Раз. Два. Тебе не хватило, ясно. Давайте сейчас выйдем. Что, на один есть у меня? Да, сырая рыбаранья. Раз. Два. Все, все, наконец-то. Все, все, все. Романтический ужин. Все. И чё, какой у неё свет? Малыш, стой, 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 стой! Я его малыш назову. Или Эйвон. Не, я его всё-таки малыш назову. Барсик, иди сюда. Я его Скрудж вообще назову. Он у меня... давайте сами, ребят, придумайте ему имя. Что это такое? Измарин, давайте сейчас его скопируем немного. Да, использую очки, это я вам говорю. Пошло вообще нет, но мы что-то не будем. Survival давай. А то раз два. Раз два три. Боночка номер один. Во, нормально. Давайте его тут назовем. Блин, как-то Вилли. Эй, что-то не так. Вилли. Номер один. Готово. Так, давайте все. Барсик, ты сюда. Они сюда, не под дерево. Ко мне. Хотя бы так. Иди сюда. Всё. Иди к своей семье. Ты стал отцом. Вася, иди. Барсик. Кажется, я знаю, какую я картинку придумаю для видео. Кстати, ребят, насчет именно сериалов и еще раз хейтеров. В прошлом видео, вы помните, я говорил, что либо 20 хейтов и все, типа 20 гневных комментариев. Ребят, можно писать гневные комментарии, но типа вот такие. Таких то, что типа там что поправить, что-то не так, что-то так надо сделать, что-то не так надо сделать. Вот именно не такие комментарии. Все, Барсик, что-то слез. Все, минус Барсик. Так, теперь давайте сына семейства собачьих. И не кошачьих. Не знаю, кошаков мы будем. Я буду заводить маме. Не знаю. Так, ты куда? Ты куда? Папе, что ли? Ты рядом вместе с Мрямом, рядом с папой и мамой. Ты их любишь. Брат у тебя нет, к сожалению. Или к счастью. Ему собачьему счастью у тебя, наверное, будет брат. Или сестры. И давайте маму. Коночку. Еще несколько минут там. Все, так. Алло, алло, алло. Коночка. Ты мама семейства. Оп. Иди туда. Все, закрываемся. Теперь вы коночку номер один, Вилли номер один и Басик номер один вы тут живете. Господи, смотрите ей голову. Ладно, давайте я вас покормлю, что ли.
Идем есть. Все. У меня теперь еды нет. А тоже есть. Она сейчас закуда. Так, давайте мы все это убираем. А что мы? Я подумала, придумала чуть не цвета камень. Берем. Да. Отлично, все. Теперь мне не придется пользоваться травами их. Ладно, погнали. Блин, сегодня еще в этой серии хотел пристань сделать. Уже 15 минут, ребят, прошло. Да ладно, я не заметил. А, тяжело. Ладно, давайте быстренько пристань сделаем. Большую. Зачем мне тут... Ладно. А как мне там забор делается? Не забор, может. Ну, столько. Давайте разделим пополам. Вот, сойдет. Все. Спасибо. А, не говори. Все равно спасибо. Тебе, наверное, потом сказали. Слушай, нет. Ладно, все, давайте делать пристань. Пристань будет в... Давайте делаем в 4 блока. Ширину. И 5 блоков высоты будет. Это же песчаник. Это какой песчаник? Это... Песчаник, вот песчаник. Ну, мне сейчас лопаться. Не сейчас, уже. Не сейчас, а уже. Так. Сейчас, подождите, ребят. Я тут... Все, ребят, я ничего не делаю. Блин, сейчас это какой-то... Что? Вот так. Угу. Так, давай, что? Строить? DuckTales. Где-то вот такой вот длину будет он. Ширину 4 блока, длину где-то вот давайте вот так вот. Раз. Давай еще два блока поставим. Вот так вот. О, кстати, у меня есть игра «Паутина истории» на компьютере. Так, мы делаю прохождение, когда я ее пройду окончательно. Я сейчас начал ее проходить. Да. Сейчас накопаем на новой земле и приставим. Кстати, я придумала, давайте вот... О, нормально. Так. Да, все. Все как в реальной жизни. Да не я ломайся, блин, я чё в голове, балда. Голова садовая. Опа. Ставь все, давай. Все. Пошел. Без воды почти сухим. Так, вот так давайте уберем. Все, у меня есть листы. Теперь. Так, поднимаемся, давайте. На спуск. Спуск будет. Так, еще землю. Thank you.
что у нас сегодня было? Конечно, в путешествие мы не отправились, ребят, но типа путешествие, типа там покупать новые земли, что-нибудь там добывать, переселяться. Но все-таки чего мы добились в этой серии? Мы добились того, что у нас появились приста. Это первое. Второе, то, что у нас появились новые члены семьи собачьих. Давайте плывем на него. Назад не будет. Члены семейства собачьих. Так, давайте ее подогнем. Ну. Ой, блин. Что еще? А, кстати, у них есть там мох внизу. Мы добились многого. У нас сегодня даже появилась большая лампочка. Можно сказать, люстра. Все, короче, мы все поставили на песню. У нас появилась золотая броня, к тому же. И у нас все идет хорошо. У нас появилась Поночка и Вилли. А пока что, ребят, на этом все. Вот на люстрах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте комментарии и разошлите данное видео всем своим друзьям в соцсетях. А с вами был я, Sonyals Mine. Всем удачи и скорости. И Д для вас. Танцы, точнее, танцы были.